Приветствую вас на канале HardReset.info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme C25S изменить рингтон, то есть мелодию звонка. Для начала открываем настройки, затем переходим в раздел звуки и вибрации, мелодия звонка. Можем выбрать одну из этих вот стандартных мелодий, или же можем выбрать из файлов, то есть любой там аудиофайл, который можем скачать с инета, какую-нибудь песню, и поставить ее как наш рингтон. Я выберу какой-нибудь из стандартных. Школота. Чистота. Одиночество. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.